Ребята, всем привет! Клуб интеллектуального туризма. Я Анисимов Дмитрий. Мы сейчас на подъезде к городу Касли. Здесь 28 человек. И это еще не все. Сегодня мы попадем на святилище. Большие алаки или алаки называют по-разному. Да, ролик про это место у нас уже есть, но зимой очень важно посетить его зимой. Давайте смотреть. Это видео мой субъективный взгляд на объект, субъект, событие или местность. Прошу простить мне информационные неточности и манеру подачи. Не буду долго тянуть. Вот она, алакская писаница или алакские палатки, алакская. Много названий, как всегда. И почему я хотел место это посетить именно зимой? Есть такая гипотеза, что именно благодаря зиме, когда, вот, например, слева, да, на получается на север у нас поле, на юг у нас озеро Алаки, и именно зимой, когда много снега, вот в эту зиму снега немного, видно траву, но когда снега много, наши, вернее, не наши предки, а те люди, которые здесь жили когда-то, видели только эти останцы и принимали их за некое, за некий храм, за некое место, через которое может быть реализован там доступ в другой какой-то мир. Безусловно, конечно, на некоторых камнях они еще видели, ну, какие-то антропоморфные и зооморфные формы. То есть здесь есть скала-лягушка, например, или скала-лицо. У нас есть большой ролик, уже старенький, про это место. Воткну рядом ремастерит или просто ссылочку в описании. А сейчас вам быстренько все покажу. И самому мне очень интересно посмотреть это место именно зимой. Когда ты подходишь к этому месту, первое, что тебя встречает, оно обязательно направлено в сторону озера. Это как раз писаница. Давайте ее быстренько поподробнее посмотрим. Самый, наверное, яркий символ – это шаман. Его выделяют, как правило, два символа. Это в верхней части рога такие на голове, ну и в нижней части еще кое-какой признак. Безусловно, этих рисунков здесь по всей стене достаточно много. Все их трудно различить. А вот так делать не надо, конечно же. Какая проблема еще с этими символами? Это, безусловно, то, что сейчас здесь известно 4 группы писаниц. 3 находятся здесь. И там, на другой стороне озера, есть еще один останец. Но вот там эти рисунки закоптили, просто разводя под навесами костры. Ровно так же, как и здесь вот есть так называемый грибок. Где он? Вот он, грибок. И под ним тоже были рисунки. Причем, очевидно, из-за формы самого этого гриба они там хорошо сохранились бы. Но там закоптили кострами. А на той стороне точно такой же останется, точно такой же грибок, где тоже закоптили, но недавно прошла такая информация, что кто-то попытался стереть копоть, и рисунки там сохранены. Не знаю, зарисованы они или нет. По-моему, их археологи еще раньше зарисовали. Буквально рядом самый крупный останец. Он-то и напоминает людям человеческое лицо. Ну и когда ты поднимаешься на вершину какого-то из останцев, становится совершенно очевидно, что во все стороны у тебя обзор очень большой. И наверняка тем людям, которые здесь жили 3-4 тысячи лет назад, это было крайне удобно. Просто потому что ты диких животных видишь издалека. И какая-то междоусобица, если среди племен есть, тоже видишь вражину, подходящую издалека. Огромная жертвенная чаша. Трудно сказать, это именно жертвенник или это металлургия. Вот здесь есть, ну, некий такой сток с нее, да, что в принципе подходит и под ту теорию. И просторы
огромные. В той стороне последствия аварии 57 года на НПО «Маяк», когда взорвалась цистерна с радиоактивными отходами, просто то, что нагрелось, повысилось резко давление, и граница уральского радиоактивного следа проходит буквально в нескольких километрах отсюда, в прямой видимости, так скажем. Давайте, пока у нас есть время, попробуем поподробнее разобраться с картинками, что здесь нарисовано. Может быть, мы не только шамана с вами увидим, потому что на самом деле есть мне известных буквально несколько сюжетов, которые, как правило, изображены на писаницах. Давайте попробуем. Вот это совершенно точно шаман, практически нет никаких сомнений. Ромбовидные орнаменты очень часто значат забор или что-то. Здесь, конечно, уже не разберешь, потому что совсем-совсем пятно. Это люди. Очень интересная есть гипотеза о том, как разделились языки азиатские и американские через Берингов пролив. Когда-то это уже, ну, примерно то время, когда все это нарисовано. И некоторые символы и там это иерографика, и там есть совпадения некоторые. Так, здесь что такое? Здесь уже ничего не разобрать дальше. Можно, конечно, просто взять археологов за рисовку. Все это нарисовано охрой. Кстати, совершенно вот на том же самом берегу есть такой небольшой мысик, что, безусловно, было довольно-таки полезно для тех людей, которые здесь жили. Берег правее от останцев. И, по сути, когда ты смотришь на этот берег, он такими же плитами выходит. И понятно, почему останцы имеют такую форму. То есть они очень похожи с тем, как, собственно, берег, из чего сложен берег. Ну и на этом, наверное, все. С вами был я, Анисимов Дмитрий, и клуб интеллектуального туризма. Мы с вами гуляли зимой по Алакской писанице. Ну, я называю писаницу Алакская, потому что, для, на мой взгляд, исторически значимее всего именно те иероглифы, те рисунки, которые здесь есть. Если вам понравился ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал, расскажите о нем друзьям. На нашей группе в социальных сетях... На нашей группе в социальных сетях подписывайтесь, мы есть почти везде. Под этим роликом есть ссылочки, и вы всегда можете нам помочь. Пока!